65-летняя Любовь Успенская и ее единственная 30-летняя дочь Татьяна Плаксина оказались в центре скандала. Девушка сделала откровенное признание на телевидении, после этого звезда сделала эмоциональное заявление. Певица долгие годы старалась делать все возможное для дочери. Та училась в Америке, жила в роскоши и часто путешествовала. Больше года назад Татьяна серьезно пострадала при падении с велосипеда в Коста-Рике. Девушка получила сотрясение мозга, она перенесла операцию. Звезда помогла дочери. Она побрила Татьяну налысо, чтобы та смогла начать новую жизнь. Однако в эфире шоу «Звезды сошлись» канала НТВ девушка заявила, что мать над ней издевалась. «Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», — рассказала Татьяна. По словам девушки, королева шансона часто ей угрожает. «Сейчас вызовем санитаров, и тебя заколют», — процитировала Татьяна слова матери. Любовь Успенская утверждает, что программа ее шокировала. «На экране я увидела, не свою дочь. Она говорила вещи, никогда бы не подумала, что она может такое говорить. И я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части», — высказала мнение певица. Звезда призналась, что поссорилась с дочерью. После скандала Татьяна сбежала из дома. «Это было 27 числа, а 28 вечером я узнала, что она в лапах этих зверей», — рассказала Успенская, Стархиту. «Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находится, я жила в этом аду 3 дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было». Исполнительница добавила, что решила подать в суд на телеканал. Недавно Любовь Успенская высмеяла скандальное шоу у Андрея Малахова об эскортнице «Ах». Певица откровенно рассказала о болезни дочери. Звездная мама шумно отпраздновала день рождения наследницы.